Лечить в России будут по стандарту. Парламентское большинство планирует уже в этом году принять документ, обязывающий врачей и фельдшеров оказывать помощь в рамках клинических руководств. То есть строго по науке, а не советам коллег. По мнению депутатов, вместе с распространением по всей стране опыта университетских клиник и центров аккредитации специалистов, эта мера повысит качество оказания медпомощи. Эту же цель преследует и ряд законотворческих инициатив. В скором времени в Государственной Думе будет рассмотрен новый законопроект по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий. В послании президента, вы знаете, уважаемые коллеги, поставлена задача подключения к широкополосному интернету в течение 2 лет всех медицинских организаций страны. Мы должны навести порядок в лекарственном обеспечении. Предлагается введение маркировки лекарственных средств, что избавит нас от фальшивых подделок и контрафактов.